Главные темы выпуска. Кейт изменила политику. Что произошло? Жадный герцог Вестминстерский почему не заплатил? Мокрые королевы на открытии Олимпийских игр. Кого не пригласили для селфи? Меган Маркл и кислота. Король не терпит дураков. Будет интересно. Смотрите до конца. И давно мы с вами не начинали с принцессы Уэльской Кэтрин. Давайте я вам расскажу, например, о том, вся Британская империя, как говорится, зацвела и задышала после того, как появилась Кэтрин. Это достойно аплодисментов, согласитесь. Но мы с вами не об этом сейчас будем говорить. Давайте посмотрим на политику Кенсингтонского дворца. Там вроде работают серьезные люди, да? Они не должны обижаться, не должны делать скоропостижных выводов, и вообще все должно быть лайтово, они должны быть такими гибкими, должны следить за традициями. Ну, короче, слово «должны» мы с вами точно можем использовать очень часто, если говорим о королевской семье, тем более британской. Но в этот раз нам рассказали, что оказывается, да-да, и в первый раз об этом заговорили на шоу британском, Кейт и ее супруг Уильям, они изменили политику. Это произошло в день рождения принца Джорджа. Хорошо вам известный королевский эксперт Ричард Иден рассказал, что день рождения принца Джорджа прошел совершенно по-другому. Это изменение политики, но, обратившись в Кенсингтонский дворец, все журналисты, а также газеты получили ответ «нет, мы ничего не меняли, работаем в прежнем режиме». Что же такого интригующего произошло? Дело в том, что когда Кенсингтонский дворец собирается размещать новые фотографии, которые ранее не публиковались, обычно это или их дети, или они сами, или, возможно, это ролик, отчет о проделанной работе. Так вот, весь этот контент предварительно отправляют СМИ в различные агентства. Так это происходило на протяжении огромного количества времени, десятков лет. Но в этот раз Кенсингтонский дворец действовал совершенно иначе. Смотрим, что произошло. Вместо того, чтобы перед днем рождения принца Джорджа разослать его фотографию всем этим информагентствам, газетам, они ее не рассылали. И она утром появилась у них в аккаунте. Вот и все, что произошло. Если вам надо, они имеют в виду информагентство, вы можете использовать эту фотографию. Вы взяли ее из социальных сетей. А значит, вы не можете обвинить Уэльский или Кенсингтонский дворец в каких-либо манипуляциях с фотографиями. Фотошоп? Вы взяли эту фотографию в социальных сетях. Какие могут быть обвинения? Мы вам ее не предоставляли официально, не отправляли вам в каком-либо формате, а значит, вы не можете прогнать эту фотографию через определенного вида программы, что произошло в прошлый раз, и использовать это же против королевской семьи. Вот так это все работает. Безусловно, интересный момент, что принц Уэльский Уильям, а также его супруга, принцесса Уэльская Кэтрин, не захотели проглатывать эту обиду, плевок в лицо. Они с этим разобрались и довольно-таки интересно. Ничего плохого не произошло, но вот как теперь это работает. А вроде они не сделали ничего противозаконного, но исправили ситуацию. Теперь это будет невозможно сделать. Проверить фотографию, прогнать через определенные программы, как я уже сказала. Во! А сейчас следующая тема, и она касается жадности герцога Вестминстерского и герцогини Вестминстерской. Вспоминаем свадьбу, что там происходило, и вот после того, как Букингемский дворец, да и все остальные дворцы выставили свои финансовые отчеты, о них говорят уже несколько дней. Так вот, стало известно, что герцог Вестминстерский супер-пупер миллиардер, у него более 10 миллиардов. Так вот,
этот человек не захотел оплатить счета на безопасность принца Уэльского Уильяма, своего шафера. Вот как это, оказывается, работает. Все этому так удивляются. Разводят руками. Божечки мой, у него столько денег, и вот он не захотел заплатить. Серьезно, это тот герцог Вестминстерский, чей настил перед церковью вызывал у нас с вами вопросы, и было очень много комментариев по этому поводу. Это тот герцог Вестминстерский, который запихнул будущего монарха, принца Уэльского, в обычную маршрутку. И я точно помню, как некоторые писали, что он очень-очень добрый человек, раздавал людям, которые простояли с 4 часов утра, по одному мороженому. А вот в чем измеряли его доброту. Помните все это? И теперь британские налогоплательщики заплатили за охрану принца Уэльского, а вот герцог Вестминстерский не заплатил ни копейки, то есть проигнорировал эти счета. Сейчас мы с вами все еще остаемся в Лондоне и будем говорить о взаимоотношениях непростых монарха и его старшего сына. Что же снова могло произойти? Так вот, выходит биография Кэтрин, о которой мы вам рассказывали. Она такое же название и носит. Биография принцессы Уэльской. Написал Роберт Джобсон. Рассказал историю о том, что принц Уэльский Уильям был вынужден подписать некую бумагу. И заставил эту бумагу его подписать его родной отец. То есть отец отказался от ответственности за своего сына, раз тот не слушается. Очень-очень даже такой вот интересный момент. Жду вас в комментариях, а сейчас рассказываю всю суть. Давайте перейдем к герцогине Сассекской. Помните, ходили слухи о том, что Меган и Гарри были бы рады, если бы принц Уильям, а также его жена и дети погрузились в один вертолет или самолет, и что-то там произошло с этим самолетом, вертолетом, и... кому бы достался престол? Помните всю эту историю? Хочу вам напомнить, что когда была жива Елизавета II с принцем Филиппом, они также вели бои на тот момент с герцогом Кембриджским, чтобы они перестали летать всем семейством на одном самолете, вертолете. Перестаньте это делать, мы с вами это также горячо обсуждали. Но они так и не подчинились, не перестали. И оказывается, в этот момент все дело в свои руки взял его отец, на тот момент принц Уэльский, а сейчас монарх. И вот Чарльз проработал этот вопрос очень даже интересно. Король заставил своего старшего сына подписать абсолютно официальный документ, где принц Уильям подчеркивает, что он осознает все риски и берет всю ответственность на себя, раз катается на самолетах и на вертолетах всем семейством. То есть, если что-то произойдет с семьей Уэльских, вся ответственность будет на принце Уэльском. Понимаете, как это все работает? И об этом рассказал в этой книге Роберт Джобсон. И как вы слышите, Тёма, перестань баловаться. Вернемся к теме. Принц Уильям официально подписал этот документ, значит, взял всю ответственность на себя. Ну а король умыл руки, по-другому это не назвать. И еще писатель Роберт Джобсон подчеркивает, что во дворце всегда что-то делят два человека. И это всем известный вам принц Уэльский и монарх. Ну а принцесса Уэльская Кэтрин от этого страдает, ей всегда приходится быть буфером между отцом и сыном. Как вы понимаете, ей живется нелегко. Ладно, давайте переходить к следующей теме. Добрый вечер! Вы смотрите канал Deutsche News, меня зовут Альбина. Надеюсь, у вас потрясающее настроение в этот субботний вечер. Сейчас продолжу рассказывать вам королевские новости. Ну а вы, пожалуйста, мои лапочки, не забудьте поддержать это видео лайком. Поделитесь этим видео с вашими подругами, знакомыми. Мы с Кариной будем благодарны. А те, кто пишет позитивные комментарии по новостям из видео, вообще наши
наши самые любимые зрители, даже не сомневайтесь. И еще я хотела бы напомнить, что на наших каналах Amore Royal и Deutsche News проходят розыгрыши. Следующий состоится 15 августа. Вы успеваете участвовать, будем разыгрывать целых 16 призов, уже рассказывала, для этого нужно подписаться и на Amore Royal, и на Deutsche News, и на социальные сети, и всего лишь активничать, и все. Сразу же вы попадаете в участники. И еще в этом именно выпуске я буду вам задавать каверзные вопросики, вы отвечаете и выигрываете 1000 рублей на свой телефон. Смотрите до конца. А сейчас мы с вами должны были перенестись в Олимпийский Париж, увидеть, наконец, мокрых королей, мокрых королев и князей, и княгиню, и даже великую герцогиню, но об этом чуть позже. Кстати, кто смотрел трансляцию, обязательно пишите, понравилось вам или нет. Говорят, в Париже там открытие прошло и было больше похоже на оргии в Содоме и Гоморре, но... Эксклюзивный материал от Daily Mail. Вот что меня волнует и собираюсь вам об этом рассказать. Потому что в последнем выпуске на канале Deutsche News, где я взахлёб вам расписывала все ошибки принца Гарри во время его разговора, помните его появление в документальном фильме. Кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите этот выпуск. Еще раз убедитесь, как умеет принц Гарри винить всех остальных, но не себя. Так вот, именно в этом выпуске я рассказала еще одну новость про сестру Камилы, Аннабель Эллиот, которая работает ее фрейлиной, а также была неким человеком, дизайнером, который оформлял дома королевские. Помните, я вам рассказывала, что Уильям ее выгнал, лишил зарплаты, оставил на улице. И вот Daily Mail сегодня нам разъясняет, почему он это сделал. Не потому, что ему не нравится Камила или ее сестра. А оказывается, он ее убрал, потому что собирается по-другому все оформить и оставить свой дизайнерский след, да-да, в этих королевских домах, а также во всех тех коттеджах, которые они продают и сдают в Корнуэлле, то есть теперь они будут под редактированием, дизайном Кенсингтонского дворца или принца Уильяма. Называйте как хотите, от этого суть не изменится. Очень даже они интересно эту карту разыграли, согласитесь. То есть ее убрали, потому что такой дизайн принца Уэльского не устраивает, а так между ними все хорошо. И ее не убрали бы, если бы ее дизайн и ее работа устраивали принца Уэльского и принцессу Уэльскую. Вот как-то так это работает, надеюсь, было интересно. Ну а сейчас мы с вами наконец-то переносимся в Олимпийский Париж. Возможно, только королевская принцесса Анна поверила в прогноз погоды, или у нее особое чутье, как считаете? Ну, потому что, когда я увидела первые снимки, появившиеся после того, как прибыли члены королевских семей в Елисейский дворец, а также они побывали на ужине МОК, да, организованный в пирамиде Лувра, сейчас все расскажу. Так вот, я не увидела там королевскую принцессу Анну и никого от британской королевской семьи. Вот как они это делают, а? Вот как они это делают? Ну почему они нигде не появляются? Почему они все игнорируют? Ну почему это так работает? Вместо того, чтобы, как все остальные, появиться, обозначить поддержку своей олимпийской команды, они остались дома. Для того, чтобы было как можно понятнее, объясняю простым языком. То есть королевская принцесса Анна не появилась и не сфотографировалась рядом с президентом Макроном и его супругой. Он всех встречал, вы увидите это на экране. И она также не появилась на этом ужине, а также она не появилась на стадионе во время открытия. Она, Анна, возможно,
из-за здоровья или по каким-либо другим причинам. Может, она не переваривает всех остальных, такое вполне может быть, потому что сегодня опять вышли публикации о том, что она как-то давно на одном из заседаний МОК забыла выключить свой микрофон, да, и как раз шептала себе под нос, что выступающий самый глупый человек на земле, и все присутствующие посмеялись и оскорбились, как вы понимаете. Она за словом в карман не полезет, и вот на всех этих мероприятиях ее не было, она осталась в городке с британской командой, она смотрела все это на большом экране, поддерживала всех, там были болельщики, находились все члены олимпийской команды, и вот все имеющиеся фотографии с принцессой Анной, которая все проигнорировала, вы увидите на экране. Ладно, с Анной разобрались. Ну а что вы думаете о том, что британцы никогда нигде не появляются? И даже об этом мировые СМИ выпустили множество публикаций. Они обратились в Букингемский дворец за разъяснениями, и был официальный ответ, что Анна, ну, она была, но в городке. А то, что произошло далее, они просто не ответили на остальные вопросы. Ладно, и еще. Сегодня газеты написали о том, что королевская принцесса Анна, хотя были запросы от СМИ, не будет давать большое интервью. И это касается именно того момента, что вот она упала с лошади, получила или ее лошадь ударила, мы с вами не знаем, получила травмы. Газеты хотели, чтобы она дала интервью, а она отказалась. Не будет она ничего рассказывать, тем более, что ничего не помнит. И еще сегодня Букингемский дворец подчеркнул, что королевская принцесса Анна проведет в Париже 12 дней. 25 июля Международный олимпийский комитет пригласил членов королевской семьи на ужин, который был организован в знаменитой пирамиде Лувра. Все было очень красиво обставлено, и кто там появился, сейчас вам буду рассказывать. 25 июля в Лувре состоялся торжественный ужин, организованный МОК, который посетили король и королева Дании Фредерик и Мария, король Нидерландов Вильям Александр без королевы Максимы, король и королева Испании Филиппа и Летиция, а также король и королева Бельгии Матильда и Филипп, а также великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Люксембурга Мария Терезия, князь Монако Альбер и княгиня Монако Шарлен. На фотографиях возле пирамиды вы видите, как их встречает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и его супруга Клаудия. Нужно с кого-то начинать, и я решила вам показать, как загорелые, активные появились Фредерик с Марией. И она носила красный комбинезон от Макс Мара, покусилась на территорию княгини Шарлен, которая также будет блистать в комбинезоне. Все как всегда, ничего не меняется, но об этом чуть позже. Фредерик и его супруга, они отдыхали, прилетели сюда из Италии, да, были на Сардинии. И вот такие не очень красивые фотографии папарацци появились с отдыха. Сегодня Daily Mail с удовольствием их напечатал. И еще какие заголовки. Мэри выглядит блистательно, она не потеряла форму, одна из самых красивых королев, это наша Мария. Хвалили они ее на все лады, датскую королеву. А почему наша? А потому что королева Мария успела сбегать к австралийской сборной. А так как Австралия входит в содружество, так что они ее считают своей. Ладно, как вам ее образ и поведение пары? Мне кажется, они выглядели очень уверенно. Фредерик прям берет все в оборот. Он ведет себя очень интересно, на мой взгляд. Он пытается вот прям расправиться со всеми этими слухами, покончить с ними на корню. Он ее и
обнимает, и тискает, и прикасается, и они селфи себе делают, и ну вообще такое поведение таблоидное, я бы сказала, то есть они всячески пытаются показать газетам, что у них все в порядке, а вот то, что вы там сочиняете, сочиняйте дальше, это идет нам только на пользу и укрепляет наш брак. Если вернуться к тому, что она носила и как она выглядела, я вижу, что ее укладка вызывает огромное количество вопросов. Мы с вами вернулись, это какие, 80-е, 90-е. Я понимаю, что old money сейчас в тренде, но вот или стрижка изменилась, укладка мне не понравилась. Мне кажется, нужно было здесь как-то сыграть больше гламура, Голливуда. Хорошо сидит, отличный цвет, никак не потерялась она на фоне красной ковровой дорожки, а мы с вами идем дальше и смотрим на очень довольного князя Альбера. Я не упомянула, что комбинезон королевы Марии абсолютно новый, с иголочки, носит его впервые. Теперь смотрим на княгиню Шарлен, которая носила бренд Александр Маккуин и покусила на территорию принцессы Уэльской Кэтрин. Что это? Маккуин? Она реально удивляет. Выглядит как рок-королева. Мне многое нравится. Шарлен невероятная красотка в эти дни, как мы уже говорили. Но сумочка, комбинезон, все-все-все новое, сколько же это стоит? И Альбер, главное, такой довольный рядом. Она все потратила, но ему все нравится, его все устраивает. А это главное, он готов платить. Привычная укладка красивая у Шарлен, мы к такой привыкли, на торжественных мероприятиях она всегда использует этот трюк. Ну а что касается макияжа княгини, то здесь посмотрите, какие смоки айс, сколько гламура, а серьги, бриллианты и все новое. Но что касается именно посадки этого комбинезона, мне показалось, что кое-где некрасиво, но не буду обозначать где. Вы, пожалуйста, напишите свое мнение. И хотела сразу вам рассказать про то, что появился уже эксперт и разобрал язык тела после появления королевских пар. И говорят, что она излучает счастье. И, наконец, научилась улыбаться. И с этим сложно не согласиться. Ну, потому что на всех фотографиях она буквально сияет. И еще, Шарлен участвовала в Олимпийских играх больше 20 лет назад. Для нее, наверное, это такое событие. А еще князь Альбер участвовал в Олимпийских играх 5 раз. А сейчас, наверное, стоит вспомнить Меган Маркл, которая так мечтала быть одетой от Dior, чтобы они предоставляли для нее вещи, чтобы они составляли для нее луки, как бы ей это подошло. Да, но вместо нее мы увидели одетую всю с ног до головы в последнюю коллекцию Dior королеву Летицию, и они ее одели. То есть этот образ составили в доме моды Dior. Бренд предоставил ей одежду. Мы с вами докатились, и она появилась в этой одежде дважды. То есть она приветствовала спортсменов в этом, а потом пришла на ужин, организованный Международным олимпийским комитетом. Это очень интересная позиция. Вот какая она, королева Летиция, смелая, творит тренды. Как вам ее образ? Обязательно пишите. Мы даже увидели небольшой каблучок. Она собрала волосы Филиппа, также рядом вышагивал весь красавишный и довольный. Язык тела у этой пары, он такой, знаете, дерзкий. Каждый работает на себя. Это то, что я уже вам рассказываю параллельно, что написали эксперты. Но мне лично видится, что и Летиция, и Филиппа переживают после всех этих громких скандалов второе какое-то возрождение пары. Все, что носила королева Летиция от
бренда Dior. Ну а мы с вами переходим к следующей королеве, пока они не намокли в Париже. И это королева Бельгии, Матильда. В этот раз она сделала ставку на тот же бренд, удивила меня тем, что не выбрала французский бренд. Это Натан Кутюр, она постоянно появляется или в Dries Van Noten, или в Натан Кутюр, и... Этот наряд вызывает вопросы, ну, не знаю, некомплементарно в некоторых местах смотрится, хотя я обожаю высокую, статную, царственную Матильду, и вам она нравится, насколько я знаю, интеллигентная дама, которая даже нашла общий язык с Камилой, помните этот момент? Ее фотографии вместе с мужем, мне они... показались одними из самых позитивных. Она такая расслабленная, уверенная. Но вот наряд, все с ним хорошо, кроме вот некоторых мелочей, сидит некорректно. И сейчас мы с вами наконец добрались до великой герцогини Марии Терезии. Она пришла, естественно, со своим супругом Анри. И мне ее выбор понравился. Она единственная почти, кто носил повтор. Да, что важно, цвет ей очень к лицу, такой дерзкий макияж, укладка, также мокрые волосы ей идет. Вспоминаем, что она родом с Кубы и накинула на плечи пашмину. Все-все-все хорошо. Еще в нашем распоряжении есть фотография, где мы видим за одним столом уже внутри, я так поняла, этой пирамиды трех королев. То есть великую герцогиню Марию Терезию, мы видим Матильду и мы видим Летицию. А где все остальные, ну, это может быть случайностью, а может быть эти трое дружат против остальных. Вот что написали модные журналы. Мокрые короли и королевы, мы с вами добрались до этой темы. Хочу вам показать, как они там мокли под этим залповым дождем. Это было ужасно. Худшее место на земле, все было ужасно, писали все СМИ, сочувствовали всем тем, кто сидел во время открытия Олимпиады, те, кто потратил огромное количество времени, денег, связей для того, чтобы достать себе место. И вот оказаться под ливневым дождем, как я уже сказала. Но мне кажется, что, например, княгине Шарлин все понравилось, а Летиция была в полном восторге. И вы увидите это на фотографиях. Ну а князь Альбер, какой же заботливый папочка, укутывал своих детей Жака и Габриэлу. Ну просто милота. Сейчас готовы, мы с вами возвращаемся к словам герцога Сассекского, а значит переносимся, если можно так сказать, в Монтесито. Новости из Монтесито. Можете выдохнуть, те, кто был против их возвращения. Принц Гарри не собирается возвращаться со своей герцогиней, ну потому что она будет находиться в Великобритании в опасности. И он сам рассказал всем этим людям, желающим совершить преступление, чего он именно боится. Террористы могут пырнуть ее ножом или, например, облить ее кислотой. То есть инструкцию продиктовал. Возможно, кто-то упустил момент, была пятница. Я вам рассказала о том, что принц Гарри, как и все остальные, появился в документальном фильме ITV «Суд над таблоидами». И там наговорил много чего интересного. Ссылку вы найдете в инфобоксе. Подробный анализ, обзор, ничего поверхностного. Вся достоверная информация только на наших каналах. А сейчас я хотела бы сказать, что принц Гарри, безусловно, в этот раз отжег еще больше. То есть ему нужно научиться молчать. Молчание золота – это точно инструкция для этих двоих, для герцогини Сассекской и для него. Мы смотрим, как он запросто закидывает удочку и говорит о том, что она желанная цель для террориста, для убийцы-одиночки, который возьмет и плеснет в нее кислотой. Он говорит о том, что она в постоянной опасности, а ты не в опасности.
Нет? Или она в опасности только в Великобритании, она много где появляется, там она не в опасности, например, в Нигерии выходили за решетками, это как, так не работает? Очень интересно. И еще, посмотрела статистику специально, такого рода преступления чаще всего совершаются в США, но герцог Сассекский смотрит на это сквозь пальцы. Здесь, в Великобритании, они боятся другого, и здесь уже в игру вступают британские таблоиды и королевские эксперты, и они подчеркивают, что если герцогиня Сассекская появится на территории Великобритании, то, скорее всего, она боится именно тухлых яиц, помидоров, какого-нибудь такого позора, всех этих криков в свой адрес, нецензурных слов, и, например, ей могут кричать вслед, что она стала виновницей болезни принцессы Уэльской Кэтрин и монарха. Вот этого всего она боится. Кричали сегодня, буквально кипели страсти на «Доброе утро, Британия». Очень много контента создается после появления герцога Сассекского в этом документальном фильме. Но мы-то с вами знаем, что они, сассекские, будут только рады такому всплеску эмоций. Они этого и хотели. Меган Лапушка, она хочет говорить гадости, делать стрёмные вещи и хочет, чтобы перед ней расстилали красные ковровые дорожки. И отношение к ней ни в коем случае не менялось. А Гарри Лопух продолжает веровать. А сейчас, как и обещала, буду задавать вам каверзные вопросы. Вы на них отвечаете с легкостью и выигрываете на свой телефон 1000 рублей за правильные ответы на вопросы. Итак, как звучат эти вопросы, озвучиваю. Первый. Кто из членов британской королевской семьи побывал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году? Кто из британской королевской семьи приехал в Сочи в 2014 году? Это первый вопрос. Ну а второй вопрос звучит так. Кто впервые из членов британской королевской семьи участвовал в Олимпиаде? Кто впервые из членов британской королевской семьи участвовал в Олимпиаде? То есть был участником Олимпиады, спортсменом. Два правильных ответа, и считайте, победа у вас уже в кармане. Мы выбираем рандомно. Кроме этого, не забывайте, что вы должны быть подписчиком наших каналов. То есть вопросы мы задаем для подписчиков. Все объяснила, все разъяснила. Пожалуйста, отвечайте. И через выпуск мы скажем, кто правильно ответил и кто выиграл. На этом все. Выпуск на канале Deutsche News в эту субботу подошел к концу. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Вы мои лапочки, куда нам без вас? Обязательно передаем вам привет. Пожалуйста, не забывайте смотреть нас в воскресенье на канале Amore Royal. Будет, как всегда, зажигательно и интересно. Ладно, на этом прощаюсь. Всем-всем прекрасных выходных. Пока-пока.